Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приветствуем вас с канала Наклеят ТВ. Сегодня мы в транспортной компании «Союз Логистик», а рядом со мной заместитель директора этой компании Ансар Бей. Спросим у Ансар Бей. Ансар Бей, расскажите немножко о себе и о вашей компании. Здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать в нашу компанию. Меня зовут Ансар. Я занимаюсь транспортом около 10 лет. В этой компании уже 9 лет. Наша компания создана в России, работает на условиях DDP, полностью таможенной очисткой. Наши цели и достижения в Турции, мы хотим взять рынок нас под свой контроль. Почему? Потому что, во-первых, это надежность и качество нашей компании соответствует всем европейским стандартам. Мы имеем около 1500 квадратных метров своего склада, складирования. Также имеем около 9 филиалов по всему миру. Главный центр у нас находится в Москве, также в Европе, в Китае, в Казахстане, в Украине. Наша цель нашей компании здесь, в Турции, работать со всеми фирмами, именно фабриками, которые имеют опыт работы как в Турции, так и в России, так и в других международных странах. Ансар Бей, спасибо за прекрасный репортаж. Спасибо вам большое. Ждем вас всегда у нас, как говорится, дома. Мы рады вам приветствовать, и мы готовы работать со всеми нашими клиентами. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, мы подошли к концу еще одной нашей программы. До встречи на следующих программах.